только что проезжал через Алексеевку, весь город в полиции, полиция вся в касках, вон впереди полицейский вот проезжает. Я не знаю, связано ли это с крестным ходом, связано ли это с прибытием Кокорина и Мамаева, но я думаю, что скорее всего Кокорин и Мамаев. Не знаю, видим ли мы их сейчас. На каждом перекрестке стояли ОМОНовцы в касках. Вон гаишная машина стоит с мигалкой. Вот. Не знаю, может быть, нас сейчас остановят, может быть, нет. Но вот они слева стоят, караулят. Сейчас вот справа стоит полиция, вон, вон вся в касках. Вон. Как это объяснить, я не знаю. Но вот еще справа стоит полиция. Вот еще справа вся стоит полиция. Вот, я думаю, что это связано с Кокориным и Мамаевым, потому что не около церкви, а около как раз исправительных всяких. И думаю, они специально здесь стоят, чтобы отсекать журналистов. Но нас хрен отсечешь, потому что мы сами ушлые люди.